Всем привет! Если вы являетесь ценителем качества, значит, неоднократно слышали о торговой марке JET. Сейчас мы находимся в выставочном зале в Киеве, где представлены деревообрабатывающие и металлообрабатывающие станки. А вы смотрите компанию «Электромоторы», и я с удовольствием представляю вам Светлану. Светлана, здравствуй. Здравствуй. Что ты можешь сказать о торговой марке JET? JET – это всемирно известный бренд, который занимается изготовлением как деревообрабатывающего, так и металлообрабатывающего оборудования. Марка JET производит станки как для индивидуального использования, так и для профессионального и промышленного. Марка JET – это 50 лет традиции, 50 лет практики, опыта и надежности. Приобретая требуемый станок JET, вы имеете возможность приобрести большой ассортимент оснастки этой же торговой марки. Ну вот и чудненько. А теперь давайте перейдем непосредственно к моделям. Перед вами рейсмусовый станок GPM400D. Это стационарный электроинструмент для обработки деревянных заготовок на указанную толщину. Максимальная толщина обработки 400 мм. Станок представляет собой устойчивую конструкцию из прочной станины, на которой зафиксирован чугунный рабочий стол с двумя расширениями, габариты которых 406 мм на 1270. А сверху установлена строгальная голова с основными функциональными элементами. Строгальная голова установлена на четырех колоннах, изготовленных из прочной стали. Рабочий стол регулируется по высоте, позволяя установить глубину строгания. Рейсмус-станок оснащен двумя строгальными валами для обработки заготовки в размер с двух сторон. Валы имеют по три ножа. Расстояние между нижним и верхним валами составляет 150 мм. В конструкции строгальной головы предусмотрены гасящие отдачу планки, вал подачи, стружка-ломатель, строгальный вал с ножами, ограничительная планка, а также вал разгрузки. Опускание головы происходит благодаря вращению рукоятки. Высоту вы можете регулировать благодаря шкале. Станок имеет две скорости движения. Переключать скорость вы можете при помощи рукоятки. Для пылеудаления и стружкоудаления в конструкции станка предусмотрено наличие двух вытяжных кожухов – верхнего и нижнего. Глубина реза осуществляется при помощи рукоятки. Включение нижнего вала возможно только при включенном верхнем. Протяжной механизм имеет две скорости подачи. Расстояние между протягивающим и принимающим валами составляет 150 мм. О качестве и надежности от торговой марки JET не вижу смысла еще больше говорить, вы все видели и так. Обращаю ваше внимание на широкий модельный ряд и широкий ассортимент, который вы можете приобрести в компании «Электромотор». Почти весь модельный ряд станков JET есть на складе в Киеве. Если вдруг какого-то станка нет или этот станок под заказ, то в течение 3-4 недель он будет на складе в Киеве. Гарантия на все станки JET составляет 1 год. Мы осуществляем гарантийное и послегарантийное обслуживание. По поводу покупки станков JET обращайтесь в нашу компанию «Электромотор» по номеру 530038. Вы обязательно получите то, что вам нужно.